США прекращают импорт российской нефти. Об этом объявил президент Джо Байден. Ранее стало известно, что британская компания British Petroleum и британско-нидерландская Shell больше не будут заключать новых контрактов на покупку российской нефти и газа. Если о планах первой написало издание Bloomberg, то Shell объявила об этом официально, добавив, что также закроет все автозаправочные станции на территории России, а также прекратит операции по авиационным горюче-смазочным материалам в стране. Решение Shell происходит на фоне сильного давления, направленного на введение эмбарго на российскую нефть и газ, что повлияет не только на цены на топливо и российскую экономику. На самом деле мы уже ожидаем скачка мировых цен на продукты питания из-за энергии. Энергия – это один из самых важных факторов производства продовольствия. Она не только используется для производства продуктов питания и работы тракторов, но и абсолютно необходима для транспортировки товаров, продовольствия на различные мировые рынки. И мы должны помнить, что даже если мы, возможно, не закупаем так много российской или украинской пшеницы в Европе, мировой рынок связан. Решение США о запрете импорта российской нефти приведет к еще большему росту цен на топливо во всем мире. В частности, в самих Штатах цена на бензин уже достигла исторического рекорда – более $4 за галлон, что на 18% дороже, чем до начала кризиса.